Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на канал Rumi.com. Это промо-обзор. Меня зовут Арут, и сегодня поговорим про весьма классный гаджет от компании Xiaomi. Приятного вам просмотра! Светильник, который способен работать автономно, потому что здесь имеется встроенный аккумулятор на 1200 мАч, которого в теории должно хватать примерно на 12 часов работы. Здесь имеется встроенная подсветка, разноцветная, одна единственная кнопочка, которая позволяет ее включить, регулировать яркость, соответственно, меняются цвета, это очень удобно, но что самое крутое, работает устройство, вернее, заряжается с помощью беспроводной зарядки, которая идет в комплекте. К слову про мощность. 5 вольт 2 ампера и максимальная мощность это 10 ватт. Соответственно, можно зарядить iPhone, можно зарядить Xiaomi Mi 9, Mi 10. И скорость будет не такая, как от сети, но тем не менее. Имеется беспроводная зарядка в комплекте, и это радует. К слову, у меня под рукой сейчас есть Mi 10, и мы с вами проверим, работает ли все это дело или нет. Подключаем к пауэрбанку питание. Сюда же подключаем блинчик, который имеет, к сожалению, разъем microUSB. Конечно же, хотелось Type-C, но тем не менее. Прикладываем Mi 10. Заряжается. Ну, круто же. Соответственно, если вы вдруг видеомейкер и снимаете классные видосики, не такие, как у нас, но тем не менее, у вас будет в комплекте вот такая лампочка, которая способна служить как контровое освещение. Например, украсить вашу комнату, если вы видели, у меня такие лампы имеются. Меняются цвета. Силиконовая насадка, она мягкая, снимается. Можно использовать в видеосъемках, либо же просто освещать и использовать как дополнительное освещение на вашем рабочем месте. Очень удобный светильник, который можно также подарить вашим друзьям и близким. Естественно, как обычно, ссылочка на этот гаджет и многие другие аксессуары от Xiaomi вы найдете по ссылочкам в описании к этому ролику. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, если вам понравился, и оставайтесь с нами. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока.